Завоевав родные земли, талантливая составляющая нашей страны отправляется за рубеж. Так, например, режиссер Адильхан Ержанов получил гран-при открытого фестиваля стран СНГ и Балтии «Киношок». Награды удостоилась его картина «Чума в ауле Каратас», которая рассказывает о противостоянии системы населению. Впрочем, радует нас не только Адильхан. Рэпер Скриптонит и вовсе удостоился звания «Открытие года» по версии журнала GQ. Адиль Жалелов показал всем, как именно должен звучать русский рэп в своем альбоме «Дом с нормальными явлениями». Выходец из Павлодара, правда, саму церемонию награждения проигнорировал и причину своего отсутствия объяснять не стал. Ну и, конечно же, нельзя обойти стороной грандиозную победу Геннадия Головкина над британцем Келлом Бруком. В пятом раунде казахстанец досрочно одержал свою 36-ю по счету победу и по сей день не имеет на счету ни единого поражения. Что ж, мы поздравляем наших и ждем от них новых свершений.